Всем большой привет, я Юна, и сегодня готовим очень быстрый, но при этом очень вкусный салат. Готовится прям на раз, два, три, и съедается тоже так же быстро. Оставайтесь вместе со мной, будем готовить вместе. Для этого мы берем баночку грибочка, в моем случае это опята, потому что в этом салате они будут вкуснее, чем шампиньоны. Режем их соломкой на 2-3 части, смотря какие грибы по размеру. Также берем 300-400 грамм ветчины или балыка, у меня это говядина ветчина. И также все режем на соломку. Можно крупнее, мелче, это не имеет никакого значения для нашего салата. Добавляем к нашим грибам. Также сюда добавляем зелень, в моем случае это укроп, но вы можете взять петрушку также или кинзу и добавить в том количестве, которое вам хочется. Заправляем все майонезом, перемешиваем, и наш салат готов. Очень просто и очень быстро, но несмотря на это, салат обалденно вкусный. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, и всем пока-пока!